Привет всем, с вами Жанна Петросян, и я рада приветствовать вас на своем проекте e-learning тренажер. Я с радостью сообщаю вам, что в мае, 7 мая, мы запускаем новый дистанционный курс и интенсив по созданию видеоконтента. Даже не просто видеоконтента, а по созданию, возможно, вашего первого видеокурса. Мы вместе пройдем весь этап от идеи, мозгового штурма, структурирования вашего курса до съемок скринкастов, создания презентации для видеолекций, съемок вас в живом прямом эфире, съемок веб-камерой. В общем, вы научитесь снимать разные виды видео, накладывать голос, освоите огромное количество современных инструментов для создания дистанционного видеоконтента. В результате этой работы вы с гордостью сможете загрузить свой первый видеокурс на образовательную платформу, возможно, даже на несколько, и также на видеохостинг. Я всех приглашаю на этот курс, всех тех, кто занимается созданием видеоконтента, делает первые шаги в этом или, возможно, собирается только это сделать. Курс будет очень интересный и насыщенный. Я хочу также сказать, что курс имеет два формата. Первый – это интенсив, это прохождение синхронное вместе со мной, это посещение вебинаров в реальном времени, также записи видеолекций, домашние задания и проверка домашних заданий. Я буду консультировать вас на всех этапах создания вашего видеокурса. Если же вы выбираете формат индивидуального, самостоятельного прохождения курса, то вы сможете проделать эту же работу самостоятельно, но в любой момент можете воспользоваться консультацией моей как дополнительная опция. Итак, ждем вас на нашем курсе. Количество мест именно на формат интенсива ограничено. Всего 10 человек, не больше. Вся информация на сайте курса нашего и на сайте нашего проекта. Надеюсь, что до скорой встречи. Пока!